Крупный канал поставки наркотиков на территорию ЕАЭС перекрыли белорусская милиция совместно с таможней. Речь о 130 килограммах гашиша и 10 килограммах экстази. Специалисты отмечают, это самая крупная партия гашиша с начала года. Что касается экстази, более масштабных объемов белорусские правоохранители еще не изымали. Известно, что большой груз в пункт пропуска прибыл накануне, а за рулем находился 52-летний житель Литвы. По документам, перевозчик вез лекарства в Россию. Но в машине таможенники нашли тайник. На его демонтаж ушло почти 5 часов. Наркотические вещества находились в спрессованной полиэтиленовой упаковке, обмотанной скотчем. В результате из обнаруженного тайника извлечено порядка 140 брикетов с особо опасным наркотическим средством гашиш, а также 4 пакета с психотропными веществами экстази в виде таблеток в количестве порядка 20 тысяч штук. Общий вес наркотических и психотропных веществ составил порядка более 140 килограммов. За прошлый год в общей сложности всеми заинтересованными изъято более тонны наркотиков и психотропов, то уже за неполных 3 месяца этого года более 270 килограмм наркотиков и психотропов. Причем мы говорим как о тех наркотиках и психотропов, которые предназначались для потребления внутри страны, так и для того зелья, которое транзитом следовало через нас в российском направлении. Здесь следует понимать, что большая часть этого возвращается обратно так называемым реэкспортом. Стоимость изъятой партии порядка 2,5 миллионов долларов. По данному факту уже возбудили уголовное дело. Водитель задержан. Отмечу, только в этом году правоохранители уже пресекли 9 каналов поставки наркотиков в страну.